Закрываю, да? Ребят, да, погнали. Новое прочтение классики. Худрук крепостного театра Александр Савин готовит постановку по нетипичному для себя произведению пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» — истории любви вульгарной цветочницы и профессора фонетики. Выбор он сделал скорее вопреки. Ранее творчество Шоу ему не нравилось, однако сейчас, говорит постановщик, пришло время для осознания. Для того, чтобы адаптировать и сократить «Пигмалион», Савин сделал акцент на истории главных героев. Два разных психотипа, два разных социальным статусом человека не могут быть вместе никаким образом. Это привычная история. Мы что сделаем? Я этих людей сближаю максимально друг с другом по взаимоотношениям, по неравнодушности друг к другу. Че не по-человечески? Ну ладно, дело. А как вы думаете, со мной рассчитываться? Зачастую в крепостном театре играют новички без опыта на сцене. Однако у каждого из этих актеров за спиной несколько спектаклей. И признаются, они не просто входят в образ, а стараются провести персонажа через собственные эмоции. А сама постановка, по их словам, прежде всего должна быть интересна определенному типу людей. Я думаю, что всем, кто задумывается над вопросами отношений, над вопросами личного роста в том числе, и над вопросами роста своего партнера. Как можно в отношениях помочь своему партнеру соответствовать самому себе? Премьера спектакля «Пигмалион» на сцене крепостного театра состоится завтра, 26 февраля. Повторный показ запланирован на март. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.